Он работал на дистанции. 8% ударов в клинче, 1% на земле. Вот в чем их разница. Колби нужна дистанция, чтобы наносить свои удары в стойке. Но когда он начинает бороться, то борьба становится его главной угрозой. Ты выбросил около 600 ударов сегодня, провел 18 попыток броска и 10 успешных тейкдаунов. Где ты, фейковый чемпион Усман? Где ты спрятался? Мы можем подраться прямо сейчас. Давай прямо сейчас. Мы заберем это. Ты понял? Все в порядке, все хорошо, мой мальчик. Запомни этот день навсегда, хорошо, детка? Папочка сделал это. Да, ты сделал это. Теперь ты неоспоримый чемпион полусреднего веса. Я пришел сюда, чтобы забрать свой пояс чемпиона, и никто меня не остановит. Усман – лучший боец на данном карде. Это была полная односторонняя доминация. Обрати внимание на слово «доминация». Я говорю о доминации, а не о победе. Я родился в Нигерии, и я проходил там 10 миль, чтобы просто попить воды. Мы не могли готовить без нее. Когда я вспоминаю свою прошлую жизнь, я понимаю, что был благословлен. Колби Ковингтон выбыл из боя, теперь я хочу увидеть его встречу с Вудли. Я хочу побить этого парнишку, который ждет меня. Каково это быть парнем, который всех обламывает в дивизионе? Оу, чувак. У него есть борьба, у него есть ударка. Очень простой план на бой. Это сильный дух и настоящий атлетизм. Вы знаете, я прибыл сюда со своей миссией, и я сотворю наследие. Я стану легендой в этой игре, и я буду доминировать от начала и до конца. Ты победил бойца из топ-5. Это выступление было невероятным. Кто следующий? Теперь тебе предстоит бой за объединение титулов с Камару Усманом. Это будет жарко. Марти Фейк Усман, где ты сейчас? Где ты? Я иду за тобой. Работа Колби заключается в постоянном прессинге. Постоянные удары, постоянные смещения, постоянная борьба. Да, чувак, я никогда не видел уставшего Колби. Теперь это мой дивизион. Просто бум-бум, это постоянные атаки. Я настоящий американский чемпион, и я пойду с поясом в Белый дом. Мистер Президент, мы всегда будем стоять во время национального гимна. Да, я рад, что со мной пришли эти девушки. Он никогда не прикусывает капу, даже когда хочет обменяться сильными ударами. Никогда. Мое кардио великолепно. Никто не справится с моей выносливостью. Он просто поменял сторону. Посмотрите на это. Это безумие. Причина успеха Колби в его борьбе и в постоянном прессинге. Никакого избиения на земле. Вот что он делает. Он просто бросает кого-то и борется с ним.
Вот что такое танцы после боя. Друзья, в прошлый раз на фото был Марлон Вера. И вот первые правильные ответы. Сегодня вам нужно вновь угадать бойца на фото. Удачи!